Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Очередной футбольный турнир, посвященный чемпионату мира 2018, проходит в Самаре. На этот раз соревнования приурочены к еще одному грандиозному футбольному празднику. По традиции, перед главным событием четырехлетия FIFA проводит Кубок Конфедераций. То есть в турнире принимают участие 6 сборных чемпионов своих континентов, одна команда действующий чемпион мира и команда-хозяйка будущего мундиаля. Самарские фанаты уверены, в Кубке Конфедерации Россия покажет свою игру. Думаю, выступит неплохо, но зажечь вряд ли смогут. А вот ставки на сборную России к чемпионату мира 2018 года у самарской Торсиды растут. И свободных мест на Самара-арена не будет, заявляют фанаты. Я думаю, они будут прибавлять, у них все получится. Чемпионат мира команда будет сформирована, он ее укрепит, подготовит. И они удачно выступят на чемпионате мира. Такое событие масштабное. Тем более в России. Я думаю, будет аншлаг на каждом матче. А то, что футбол в Самаре любят и ценят, доказал очередной любительский турнир. За месяц до жеребьевки Кубка Конфедерации 2017 года в городе прошли 2 отборочных этапа среди студенческих команд. 32 спортивных коллектива разбили на 2 конференции по 4 дивизиона в каждой. В финале встретится 8 сильнейших сборных. В день жеребьевки Кубка Конфедерации и определится чемпион. Если сейчас у каждой самарской команды свое оригинальное название, то в финале они наденут футболки стран-участниц Кубка Конфедераций. На этом турнире очень такой плотный уровень участников. То есть и здесь было такое, что команда, занявшая, допустим, первое место, вылетала в первом же раунде, проиграв команде, которая заняла 4-е место, поэтому достаточно серьезно команды подготовились к этому турниру и составы собрали очень хорошие. 26 ноября в МТЛ-арене, кроме футбольных матчей, зрители увидят и грандиозное шоу. Церемонию награждения победителей, розыгрыш призов среди футболистов и болельщиков, а также концертную программу. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.